Хейоги, с вами Шимики, и сегодня поиграем в игру, которая называется Perception, либо восприятие или ощущение. Я сначала подумал, что это обычная там бродилка, знаете, такой квест, что-то веселенькая игруля, но я посмотрел трейлер, и это ни хрена не весело. Это ебаный хоррор. Бля, я даже не знаю, в какой-то степени это можно сыграть, но мне кажется, при первом что-то стрёмном я просто игру скипит нахрен. Поэтому поехали, новая игра. Так, выбрать режим. Тихая ночь. Я предпочитаю, чтобы персонаж помалкивал. Кэсси будет говорить только самое важное для сюжета. Я хочу знать своего персонажа. Кэсси будет довольно много говорить. Ну, давайте посмотрим, насколько она будет разговорчивая. Кэсси, блин. Посмотрим, насколько это стрёмно. Ну, скажу так, я пытался снять по мотивам реальных событий. When you're blind, you слепые знают кое-что доверие. You learn who to trust. Ты учишься кому-то, может, доверять. Странная Кэсси. Она никогда не... Кэсси не видит. You learn what to trust. Ты учишься, чем можно доверять. Сосредоточься, Кэсси. Что это за звук? Вентилятор. Хорошо. Now, теперь скажи мне, что перед вентилятором? Я не знаю. Кэсси, звуки — наше зрение. Слушай, стучи своей тростью. Трубочка. Ни хрена себе! Это кофейная кружка! Верно. Блестяще. У тебя нет зрения, но это не значит, что ты не можешь видеть предметы. И самое главное, ты учишься доверять себе. Даже если для тебя это запрыгнуть на первый же самолет, босса, чтобы найти дом из твоего кошмара. Я не знаю, почему мне уже который месяц. Я и смотрю то, что происходит в экране, и то, что в субтитрах. Так что уверяю, что мы добрался до сути. Что смог добрать? Все? Глостер. Массачусетс. Расскажи еще, да, такой момент. А, все, я играю, походу. Я пытался пройти. Начать играть. Outlast, да. А я такой что-то зашел в эту психбольницу, да, думаю, сейчас просто попрячусь, фотографирую все это дело, найду улики и просто свалю в машину и еду. Нихера! Какой-то звук, блядь, в шмарах, я сразу, ну нахер, я пошел отсюда, выпрыгнул через окно, блядь, по стене побежал. Кэсси, я еду, оставайся на месте. Слушай, я должна. А посиди в кафе несколько часов, я скоро приеду. Я у двери. Стой, не клади трубку. Поэтому я могу подумать как-то, если вдруг это я пройду, все-таки, если выложу эту игру, я вам все-таки покажу ту Outlast, ту серию. Может даже Outlast начну проходить. Кто знает, я не знаю. Но, блин, ну, игра на самом деле не стрёмная, но если... Подожди, я в управлении их не смотрел, она может бегать или нет? Я как это, знаете, из... Властелина колец, вот этот Дамблдор, блядь. Ты не пройдешь! Я такой волной ударной буду хуярить. Так, я... Ой, ну да, это все. Ну блин, я не знаю, ну пока что игра. Пошли нахер. Пошли нахер, я сказал, вы не пройдете. Я не хочу, чтобы они прошли. Алло. Я знаю, что здесь никого нет, но я просто принимаю меры предосторожности. Ты
почему такие звуки стрёмные, блять? Я говорю, я очень боюсь нахуй таких игр. Здравствуйте. Возможно, стоит перед... Глава первая. Веревка. А, я не понял, что только что произошло, у меня просто... Или въезжает... Что здесь должно никого... Так, здесь же не должно, по идее, быть. Так, я сейчас не понял, что произошло, потому что у меня просто игра свернулась, я такой... Чё бы? А, бля, сейчас такой черный юмор, ребят, должен был быть. Я думаю, так, игра на русском, а я же буду читать записки. И это, понимаешь, что она же слепая. Сука, как я буду читать записки, если она, сука, слепая? Да ладно. Так, хорошо. Открываем двери. Ну, блин, мне радиус ее не нравится. Я понимаю, что из-за удара трости враги что же будут меня видеть, так? И это чисто по факту. Просто сквозь... Дыши глубже, Кейси. Ты здесь не просто так. Во сне я всегда вижу веревку, билет, яблоко и топор. Может начать оттуда? Блять! Ненавижу огонь. Так, ребят, помните, что я говорил? Любое стрёмное, но сейчас стрёмное, я скипаю. Ну ладно, Да ладно! Книга! А, подождите, на записке, что у нас могут быть и в виде этого. Мой дорогой Черед, годовщина, любовь моя. Идеальное начало 10-го года нашей совместной жизни. Новый дом, скоро родится ребенок. Я знаю, что это новое начало приведет нашу семью к счастью. Фелиция. Серьезно, все-таки записки есть. Что это было? Воспоминания? Блять. Так, ну мы все слышали одно и то же, так я ведь понимаю. Так, ребятки, готовим бардачок, потому что это будет жестячок, я чувствую. Фелиция. Идет беременность. Она сияет, когда ходит пережим живот. Иногда она просто улыбается без причины. Не беспокоила удивленность этого места, но думаю, грядущее пребывание в нашей семье станет всеющим миром. А в прошлом мне не стоит пачка шоколада и печенья. Блин. Я тут, по идее, могу пройти, да? Да, значит, погнали к той двери, которая у нас там находится. Не, так понимаю, лучше пускай двери будут открыты, потому что если... Так, давайте подождите настройки, сейчас я немножко гляну, подождите. Ага. Надеюсь, ты только палкой можешь бить. Потому что если она умеет...
вентиляцию. Потому что если она умеет бегать, ребят, значит от кого-то нужно убегать. Ориентиры и восприятие подсвечиваются зеленым. Хорошо. Ну, понимаете, в том же моменте мы можем, изучая окружающую обстановку, чтобы найти следующую цель. Мы можем прятаться с вами. Никто не говорил, что нас будут, не будут пугать скримаками. Хуяка. Чтобы использовать шестое чувство для исследования цели. А, у тебя есть шестое чувство. Найс. А теперь, ребят, когда мне будет стрёмно... Алло? Ну, я не испугался, на самом деле. Я просто дернулся, но я не испугался. Hello? Здравствуйте. Хотите сказать, это хорошо, да? Типа мы зашли в дом, мы видим эту хрень. И мы останемся в этом доме? Нет, ребята, мы нет. Ловит ротом воздух. А, не работает палка. А теперь Кэсси. Эта музыка шкатулно принадлежит приюту. Не Кэсси Трон. Верни на место. Но мне нужна эта музыкальная шкатулка, она мне помогает заснуть. Это новый. Я боюсь переезжать в дом. Но мне нравится эта песенка. Ладно. Ладно. Fine. Хорошо. Я оставлю для девочки. Почему вот субтитры куда не пролетели? Я считаю такой же... Wish I'd left that one buried in the backyard. Я бы предпочла не вспоминать об этом. Не вспоминать. Brought that back. Что напомнило мне о том случае. Понимаете, здесь... Мне надеюсь... А прикиньте, если я палкой-то могу драться. Интересно. Интересно. А никто такого не ожидал, правда ли? Вот она, веревка. А, возьми веревку и повесь нахер. Плохое предчувствие, ладно. Не понимаю. Это веревка. Та же проклятая. Что это значит? Черт. Похоже, надо еще здесь покопаться. Я предпочла не вспоминать похороненную. А, ну нам пока, наверное, показали дверь, которая открылась, но как мы были за стенкой. Кто будет нам что показывать? Так ведь, ребята. Взять камень. Я всегда ценила. Ладно, пускай она разговаривает, мы просмотрим.
the stone wasn't in the sunlight or by a heater, and the stones around it were cool to the touch. What really worries me is that it's a protection stone. И, короче, она рассказывает о том, что, типа, она нашла этот камень, блядь, положила среди других камней, они нихера не грелись, а этот грелся. И как-никак он, типа, имеет воспоминания. Не женская. What the pregnancy manuals don't prepare you for is that first kick. It feels like you swallowed a big fat goldfish and it's flopping around in your stomach. Maybe we'll name her Goldie. Короче, как эта херня у нее ворочается уже тем, понятно, что ребенок, это книга походу о беременности. И они хотят ребенка назвать Голди. Вам не зачем прятаться. Не, ну я буду типа читать, но. Глостер, интересный город. Нет, я назову его недружелюбным, но. Он здесь осторожно становится. Воздухи как будто наносится. Ладно, пускай. Коллективность, которая распространена, среди них много взвешенных людей, которые не понимающие. Может это и значит, чтобы город вырос на месте рыбацкой деревни, из-за непосредственной, с которым связана работа в море. Странное место, но без своего обаяния. Просто оно напряженное. Или им просто не нравится бывший владелец этого дома. Я всегда прячусь, чтобы мало ли кто смотрит на меня, пока я это слушаю. Я ж беззащитная женщина, беременная женщина. Да, нам предлагают туда. Фак. Она может бегать, она может приседать. Да ну нахер. Мы, походу, потом будем с вами специально включать, ребята, звуки. Потому что звуки, которые отражаются, это вижу наш. И чтобы хотя бы что-то видеть, мы будем с вами вот так использовать. Я все ворочаюсь и ворочаюсь. До того, как забеременела, я спала на животе. А теперь я кручусь как одержимая. А ребенок иногда так отчаянно пинается. Я должна быть... Ага. Она очень взволнована. Я надеюсь. Ладно, положим книжечку. Лор, не лор. Ты мне мешаешь, слушай. Короче, голоса это, походу, воспоминания от предметов. Я продолжаю находить эти куколок. В самых странных местах по всему дому. Последний я выкинула в море с утёса, потому что у меня кружилась голова, когда я ее трогала. И вот она. Та же самая с пушившей снова под нашей кроватью. И она немного мокрая. Ой, блядь, давай без вот этой пугающей херни. Так, ну мы пока что на втором этаже уже видим два места, где я могу спрятаться. Под кроватью раз. В сундуке два. Так, веревку ты что-то не взяла. В сундуке два. Больше места тут не было.
Я смотрю места сразу, где можно прятаться. Потому что, ребят, ну вы должны понимать, что меня особенно. Осмотреть банки, которые в виде стрелочки. Было ли это дерево из моего сна? Я просто забыла его. What the hell? Какого черта? Who's here? Кто здесь? Так, огнетушитель. О, подождите. А, это, скорее всего, ее воспоминания, когда она была беременна, она много рыхала. Призраки? Настоящие призраки. Дорогой, можешь принести мне таблеточки, которые ты мне от тошноты? Я оставила сумочку в машине. Ага, конечно. Я возьму их. Боже. Ну, блин, пока что, по сути, мы следуем просто с вами дом. Здесь я не знаю, что за проход. Ни хрена. Как будто, знаете, меня сейчас несет нахрен. Тебе мерещится все всякое. Да, мне мерещится всякое, тебе кажется? Короче, ребят, снег опасен. Ну, спасибо, что сказали, что здесь бежать можно. Вот это, знаете, если бы я не узнал до этого момента, нахрен. Я, наверное, здесь. Я, наверное, здесь только и бежал. Что это за хер? А, это ворон. Смотрите, машина, она не может коснуться. Машина, она коснуться не может. Блин, знаете, я из-за этой херни захотел срать из-за этой игры. То, что меня каждый раз, когда она бьет по земле, мне это в желудок дается. Ожидаемо, ожидаемо, ожидаемо. Просканировать с помощью Delphi? Delphi. Преобразование текста в... Patient.
Брайер, Фелиция. 20 миллиграмм флюксодином. Указания по примечанию принимать доктор Ричард Брайер. Какой врач выписал рецепт собственной дочери? Дочери? Дота там уже была написана. Так, ребят, ну в принципе, примерно вы игру поняли, о чем она и как она. Теперь дело проблема в чем? Я могу отсюда выйти, но мне отсюда теперь стрёмно выходить. О, лопатка. Ричард миссис надо мной из-за этого. Земля здесь ужасно. Здесь нет чёртовой, прости, господи. А, червей. Неудивительно, что мои маленькие... Короче, какая-то очень херовая земля здесь у них, и она решила... Она психанула из-за того, что нету никаких червячков, она пошла за червячками в магазин в городе. Ну, типа, посмотреть, есть ли они. Ладненько, давайте, я думаю, мы с вами на вот этом вот моментике закончим. В следующей серии как-то продолжим. А, таким... Могу я просто долго держать, и чтобы оно отметилось? Нет. Ну, будем просто на секунду... Ну, на мини-секунду нажимать, чтобы... Чтобы оно отмечалось, да и все. И чтобы мы туда бежали. Ладненько. В принципе, примерно мы поняли, что это за игра. Хоррор, где я думал сначала нельзя бегать, и это хорошо, потому что тогда нас будут просто с кремаками пугать, либо мы будем осторожно ходить. Теперь что мы получаем? И бег, и приседание, а это значит полноценное убегание. Вот так вот. Ладненько, на этом мы с вами заканчиваем, ребята, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и пока.